Еще час остался. Все, короче. Не знаю. Правильно, так, я бегу. У меня еще пару минут есть, как бы. Бля, я там пролезу? Лезь вот так. Блять. Спальник опять сломан. У меня серьезные проблемы возникают уже с регеном. А, короче, все, запись пошла. Ты эту крышу будешь улучшать, да? Да. Я, наверное, еще наделаю каркас. У меня сотка 120. А, ну тогда. Короче, ну. Ладно, нет, давай с двух сторон быстрее будет. Ну да. Не успеваем. Салупа. Сейчас я попробую. Нет, а так высоко я не хотел. Ты хочешь еще ниже? Ну да. Ну типа, ну хотя, как хочешь, похуй. Давай так. Мы просто точно не успеем так. Да нет, давай. Ну нам главное, знаешь, хоть чтоб чуть-чуть от пернатых ебаных спасало и все. Бля, пернатые. Тупо. Я бы мог сделать решеток сверху, но если бы у нас было больше времени. Блять, у меня сейчас слов больше нет. Килов. Может и есть. Нет, нету. Ну сверху я коль не смогу его улучшить. Тот самый верхний? Да. Все, понеслась. Бля, дерева больше нет? Лагать начало. Они же появляются где-то. Я дерево не могу найти. Нашел дерево. Блять, они прям в полях спавнятся. Блять, тяжело. Не-не, они бегут на них. Прям на пролом, суки. Ну да, им же похуй. Ебать их дохерища. Тушин, блядь, летит. О, блядь. Минус она. Он ее сбил, нахуй. Главное, чтобы они продержались там часа 2-3 хотя бы эти коли, но они навряд ли столько продержат. Не, ни за что. Ни за что. Тут военные бегут в бронежилет. Все, уже пизда. Ай, первая мина. Говорил, бля, я говорил, что 2 часа продержится, хуй там плавал. Ну, сейчас они... как стены начнутся. Просто бегут, самые жирные идут, они... просто тропинку сквозь коле делают, и они пробегают. Да, еще трупы тоже, блядь, мины взрывают. Сука. Все, они уже бегут на похуй вообще. Не знаю, даже мины не задевали. А, они обходят их, похуй. Ладно, давайте, ребят, я у... Давай. Вам удачи. Давай. Спасибо. Но они пока еще дохнут на этих полях. Это замечательно. Это что такой свет? Нифига себе освещение. Да. Это эффект. Светомузыка, блядь.
Так, я буду потихонечку перемещаться вдоль наших кольев, чтобы они охуевали побольше. Бум, ёпта. Ой, на двух взорвался, говно. Я потихоньку перемещаюсь, и кажется, они тоже перемещаются потихоньку. Это замечательно. Да, они тоже перемещаются, это. Всюду вот это хорошо, больше убьем. Где-то. Убьешь ли тебя? Вижу. Я убил. Без перемен. Я даже пули не пробили. А вот теперь пробили. Да, патроны уходят, дай бог. Да, походу. Ебать, они вы разрушили это. Башню Коляна. Полностью типа? Да. Есть. Не знаю, чем она им. Они против искусства, блядь. Говори. Зомби против авангарда. А если бы мы Слитру не нашли, мы после вот этой ночи, походу, остались бы с копьями, блядь. Вы их поджигаете? Нет. А их не, они не скапливаются, они не доходят до стен, блядь. Они просто не доходят до стен. Вот теперь доходят, теперь поджигаю. Странно, что еще пока собак нету. И медведей почему-то нет. Бля, пистолет сломался. Починить. Так, ну у нас тут линия обороны все еще держится потихоньку. Кто-то говорил, пать, ну ладно. Пока еще ой, времени ой, много. Мне такая толпа только что залетела. Давай, поджигай, поджигай. Горят. Это проблема, потому что скоро придется вниз спускаться или держаться наверху до конца. Да, до конца будет здесь. Жалко, у нас такая, такой бункер. А в итоге сверху будет равнина, блядь. Офигеть, если мы еще выживем после этой ночи, ни разу не умрем. Ну да. Но это только зависит от того, как долго еще будут держаться наши оборонительные системы. Ебать, мешков-то с лутом лежит, надеюсь, они не попадут. С обратной стороны, значит, не попадут. Он, попытка с другой стороны зайти. А пусть пытаются, у нас там колышки свежие, они там никогда не пройдут. О, ебать, вот здесь прошли. А давайте, тут колюшки свежие. Вперед, вперед. Здоров. А с моей стороны вообще никого нет. А все у нас. Я теперь все с моей начались. Сейчас бегу к вам. Ебать, Тоха патроны так тратит, пиздец. У меня их 400 было, мне похуй. Ладно, буду с арбалета шпарить потихоньку.
черт они, блядь. Горите, суки. Ну, мины, кстати, держатся на ура. И Коля тоже все показали отлично. Он тебя не ударил? Меня нет, блядь. Нет? Повезло тебе. Я попасть, блин, ускорил. Драгун. Я засыпал их с пиздец свинцовым дождем, реально. Я тоже, блядь. Ну, ну вроде двойной урон, да. Хер его знает. Горит явно сильнее, вот урон их хуй знает. Они все за... Ебать! Ладно, это было страшно. Но Коли под нами больше почти нет. Там прям, прям почти нет. И с этой, с левой стороны, короче, нет от нас ничего. Он с других сторон, откуда они бегут. Они такое чувство, как будто их задача не убить нас, а разрушить нас тут всю оборону. Три часа полночи прошло уже, пока очень хорошо идем. Явно лучше, чем дом без защиты. Правда, еще огнестрел очень сильно решает. Ой, блин, упал. Не, я... Блять, а опыта сколько? Я ж вообще уровень поднял. Из новостей, они уже довольно скоро пробьются, я так понимаю. Я могу спуститься и глянуть урон. У стен. Можно. Ну ладно, да просто это будет неожиданностью, и у нас люк открыт. Они как завалят нахуй все. Пиздец. А мы спрыгнем во внутренний сбор, они. Ну да, можно и так. Если мы во внутренний спрыгнем, тогда у нас не будет возможности их со стен отстреливать. Можно... Нет, вон на башню, там лестница на башню. Блять, а, спасибо, Коль. Вот поэтому я сверху сижу. У меня еще 13 ебаных молотов осталось. 12. Надо будет как-то точку приложения силы поменять со временем, чтобы они шли по другим ловушкам. А то здесь уже... Да понятно. А? Просто есть некоторая проблема, да, с тем, что у нас почти не осталось кольев и почти закончились кольев. Так, я пошел патроны возьму, по-моему, там еще были. Что, сука, блевать можешь, чтобы постоянно урон наносить? Смотри, что у меня есть. Поблюешь. Блять, у них артиллерия постоянно, блять, стреляет. Он больше стреляет. О, блять. Он просто станцевал на трех минах. Правда, он уже был мертв после первой, но, блять. Эффективно, блять, получается, он идет. О, надо. Да, были бы еще турели вообще. Но мне кажется, мы легко продержимся тут. Да, без даже смерти. Еще 2 часа вроде осталось. Вообще легко. Эх, жаль, эти мины уже не восстановить. Если восстановить, то охуенно дорого. Ебать, там, наверное, внизу патронов, пиздец. Угу. С другой стороны начали потихоньку. Они уже блок проломили там какой-то. Понял, значит, скоро ворвутся к нам. Скоро придется в внутренний двор выходить. Во внешний это точно смерть. А во внутренний можно попробовать. Ладно, трачу пули на арбалет последний, так сказать. Ну как последний? Последние 50, нахуй. Я завис, нахуй. Вроде отвис, слава богу.
Сейчас буду стальными по ним пиздошить. Да, да, они, да, они реально с другой стороны пошли. А у нас сюда прохода нету. Ну хорошо, что с другой, кстати, потому что... А, блядь. Хорошо, что с другой, потому что ловушки там еще есть. А не, вон, смотрю, где-то даже сильно левее. Какие же они быстрые, это пиздец. Я даже не могу голову кинуть. Во, смотри, радиоактивный. О, ага. Новый этап игры наступил. А, и опыт там не дал, сука, на мине подорвался. Блять. Харкается, не вижу его. А, это хуй накрыл харкается или чё, блядь? Я не походу понимаю. Реально, это хуй накрыл харкается. Ну все, радиоактивные зомби появились. Пиздец. Кажется, мне даже не придется спасать. Кто-то говорил, сравняется с землей, блять. Новая волна пошла. Разбери, да, реально очень крепкая база оказалась. Да. Но мы еще были охуенно готовы. Мы два дня готовились, стебать. Да. Ловушек пиздец. Безумное число. А они не идут с других сторон ломать, они уже просто бегут, типа, с той дырки, которую они проделали. Сволочи. Хорошо, что они нигде не додумались подкопаться, блядь. Чтоб с той стороны пойти, удивительно. Все-таки у них интеллект не такой. Ты что, думал, они гении тактики какие-то? Да, опыт, опыт. Бать, ко мне их повалило. На уровень. Новый уровень. Бать, по-моему, они нахуй пробили себе проход. Ну, во дворе их возможно, мне нету. Кажется. А во дворе их не будет, они в кибитку пытаются проломиться. Нет, пока не, вроде не проломили. Они там что-то долбят, типа мебели, наверное, я их не пускаю. Ну и жгу по-черному. Мало вас жгли в 45-м, блядь. Я случайно чуть-чуть в огонь не сиганул. Птиц, это петушня. Я не знаю, что они там сносили, но у нас стены весьма прочные. Ладно, нет. Возможно у нас... Я просто вижу дыры в стенах. Возможно у нас условные стены в этом цикл. Пошел за патронами. Не, прикольно, стрелочная вышка. Вот это вот. А, я думал, они всю будку там Колину разъебали, они там вышки. Если хотя бы не так жестко. Я думал, а ты ебанешься там все. Бля, все, пережили, охуя. А, так они наверх там долго, блядь. Ебать. А я думаю, хули они внутрь не пролазят, а они к нам наверх хуярят. Странно, странное решение. Фу, пережили.
На тех лутать. Все еще взрываются. От этой музыки до сих пор слышно все, вот эти все коля, мины. Ой, это глазик. А это туда же наверх полез. Ой, внизу все нахуй снесено подчистую. Просто снесено. Ну ворота держались, будь здоров. Ворота до сих пор никто даже внизу пальцем не тронул эти ворота. У, сука, это было жестко. Книжка мне выпала, сокровище пустошей. Нормально. Бать! А ну тут все, по сути, это. Как это? Урона, по сути, не нанесли толком. Такое ощущение. Это хорошо. Че зашибись? Слушайте, наши колья пиздец как выдержали. Я просто сейчас смотрю, некоторые места вообще нахуй не тронуты, просто там. Какая-то маленькая часть как будто подбита, и все, все остальное вообще нахуй не тронуто. Они не смогли нормально пробиться к нам. Ну, правда, мины. Мины ушли, будь здоров. Но мины свою задачу выполнили, я думаю. Я, если повезет, у нас сейчас это запчасти от бензопилы или какой-нибудь рецепт на кур выпадет. Да, вот с этой стороны, конечно, коли они нахуй аннигилировали. Было, блядь, 6 рядов, осталось просто пол ряда. Чуть не вижу, все забрали? Ну, вроде да. А, вон еще есть, вижу. Так, а снаружи надо посмотреть, что они там снесли-то. Хрена не снесли. Эта база еще, о-хо-хо, продержится. Да, а они правда нихуя не снесли, они один блок снесли и все. Минус у нас до хера на этой стороне. У нас двухслойная база, оказывается. Стена, точнее, два слоя. Охуеть. Я починю ее потом, и все. Бля, чуть на мину не наступил. Слушайте, а сколько хп у этого? 5000 хп, и она держалась. 5000 хп держались. Как, блядь? Мы так жгли охуенно? Пиздец. Безумная хуйня. У нас в этот раз очень слабо лагало. По крайней мере, у меня точно. Знаете почему? Потому что пустыня ебаная. Да, кстати, ну, может потому быть. Что домов рядом нет. Да, я думаю, эту базу можно использовать как базу для ночей кровавых. А та производственная просто и все. Но правда придется все это восстановить. А, это я так курчу, блядь, проголодался. Я думаю, что за звуки? Блять. Придется все восстановить. Стены сделать можно еще потолще. До этого времени дойдет еще. В общем, база показала себя нахуй на 8 из 10, блядь. Ну, база, да. База, да. Ничего интересного не выпало, по сути. Кто хочет с мужем научиться делать, знаете? Мужик. И сока, и... Мне выпал Fort Bytes. Кстати, кайфовая вещь. Чего у нас, это? Правда, и до хера, по-моему. Да, много. Чтобы урон не получать. А, ты про эти таблетки? Да, банка срама выпала. Банка бульона выпала. Срам кайф. Надо похавать сходить. По сути, ни пизды не выпало. Да. Реально, вообще нихуя не выпало. Я топор выложил, как на базу зайти теперь? Пустите. Я сейчас, иди, я сейчас выломаю это. По правой стороне вот здесь, видишь, один это. Да-да-да, именно камень. Да, на записи с вами. Ну это было очень легко по сравнению.